собралась я на море. На море я не была лет 6. Я подумала, о, как классно, значит, наконец-таки отпуск. Сейчас, значит, я поеду на море, в Черногорию. В принципе, я много где была, но в основном Европа. То есть Франция, Германия. Ну, Черногория, у меня там знакомые были. Ой, классно, говорят, что там теплое море, дофига мужиков. Вот, ну, я думаю, да, надо ехать. Единственное, что денег не хватало, пришлось взять мужа. Я была в Турции, в Греции, в Египте, в Тунисе. А, летели мы в Черногорию не очень долго, минут 10. Через 10 минут моему придурку стало плохо. Ну, первая страна, в которой я побывал, это Афганистан. Еще проходит минут 10, он что-то начинает блевать. Я думаю, не, в принципе, уже 20 минут прошло, наверное, все-таки мы долетим. А через полчаса, вот, в общем, выяснилось, что не, ни хрена мы не долетим. Я была в Иране, в Таиланде. По громкой связи объявляют в самолете, задают вопрос, есть ли среди пассажиров врач. Соответственно, к нам подходят сразу 5 теток. Я была в Таиланде, на Бали, в Греции, на Кипре. Они спрашивают, а что у вас болит? А он такой, а мне просто хуёво. Они такие, да, ну, вам таблеточку надо. В Финляндии, в Эстонии, в Париже. Сейчас мы откачаем, вот кислородная маска. Он, значит, отмахивается, что нахер не нужна кислородная маска. Литва, Германия, Латвия, Украина. И тут стюардесса нам говорит, слушайте, ну, если вам очень плохо, в принципе, мы можем посадить самолет. Я так, о, нихуя себе, типа, посадить самолет. Какая интересная мысль. Беларусь, Голландия, Нидерланды. А вокруг эти, значит, русские дамочки, соответственно, говорят, не-не-не, давайте не будем сажать самолет, все в порядке с ним. Малайзия, Лаос, Камбоджа. Он продолжает блевать, естественно. Вот, в перерыве между фразами, которые пытаются убедить, соответственно, окружающих, что нам все-таки нужна эта посадка. Мьянма, Франция, Италия. И дальше, соответственно, мы садимся в Варшаве. Мне была очень интересна их культура, вот, и, в принципе, природа. Ну, Варшава, господи, задница Европы. А, и почему-то возле него возникает врач буквально через 30 секунд после посадки. И, значит, задают ему по-русски вопрос. А вам оказывать помощь здесь, в самолете, и вы дальше полетите? Вот что меня, кстати, удивляет во всех любых заграничных поездках людей, это ездить загорать куда-нибудь в Египет. У нас есть пляж на Петропавловке. На это мой муж говорит, ну, вы знаете, я дальше не полечу. В принципе, никогда уже я не полечу. Да, я выхожу, это моя остановочка. Океан, белый песок, то есть я влюбилась в эту страну. Да, мы выкарабкиваемся из этого самолета, он спокойно выходит, продолжает блевать. Там необыкновенно красиво, горы, потрясающие пейзажи. За пределами своей великой родины России я никогда не хотел побывать, потому что я патриот. И меня встречают 10 таможенников, и я говорю сразу, вы знаете, чуваки, вот наши паспорта, у нас есть некая проблема. У меня есть шенген, а вот у моего мужа, который сейчас в карете скорой помощи блюет, у него нет шенгена. Благодаря активности моей этой супруги любимой, пару раз, тройку раз вытаскивала она меня за пределы вот страны НАТО. Я понимаю, что, ну, вы, по идее, не должны нас пускать на территорию Евросоюза. Они такие, окей, типа, сейчас решим вопрос. Там такая атмосфера какая-то странная, то есть там, и ты понимаешь, что просто там доверять никому нельзя. Нас сажают в карету скорой помощи, и мы идем, значит, едем в польскую больницу. Супруга объявила мне, что хватит лежать на диване, заниматься всякой хуйней, рассматривать голых баб в компьютере,
надо путешествовать. За 6 часов они там накололи ему что-то, давали таблетки, снотворное. В общем, через 6 часов они его поставили на ноги. И меня поставили перед фактом, что завтра мы вылетаем в Барселону. Мы перебираемся в гостиницу, в субботу утром мы просыпаемся. Я понимаю, что у нас некие проблемы, потому что мы находимся на территории Евросоюза. И я побежал искать таблетки, феназепама, там, успокоительные, звонить друзьям, говорить, что делать, как отмазаться. Это просто было вот идеальное время поехать в Египет, там было как раз-таки нападение акул на людей, и при этом начиналась революция. Там началась дикая жара, смена климата. И вот мы прёмся до российского посольства, доходим до российского посольства, долго его искали. В номере, чтобы нормально существовать с комфортом, пришлось включить кондиционер. Там можно разговаривать с российским посольством только через домофон и только через охранника. Что такое кондиционер, я вообще в своей жизни не знал, никогда им не пользовался. Охранник мне отвечает: слушайте, возьмите талончик на сайте, приходите завтра. Утром мы все проснулись из-за кондиционера больные, то есть у нас горло у всех болело, насморк. Я опять звоню, говорю: знаете, у нас нет денег, ну как же, мы нищие русские, мы что, в Черногорию-то полетели, потому что там дешево, и нам нужно срочно эвакуироваться. Я вообще просто до сих пор поражаюсь, как мы вернулись. Вот выходит к нам некий такой раздобревший офицер и говорит: слушайте, а вы уже четвертый день находитесь незаконно на территории еврозоны. Ну, я так и знал, что эти подлые иностранцы, они для русского человека что-нибудь придумают специально. Ну, вы преступники? Я говорю: ну да, так а что делать? Он такой: ну, сейчас мы вас научим. А, значит, вот у вас паспорт, загранпаспорт, ну, мужа. Вы его сейчас теряете. Ну, как теряете? Берете носок, паспорт заворачиваете в носок, носок заворачиваете в брюки, брюки заворачиваете в свитер и закапываете на дне чемодана. Я так: а, ничего себе. Куда-то захотела жена, какие-то там аттракционы в соседнем городишке для дочки показать. И мы сели в автобус. Они будут нас обыскивать на границе? Он такой: ну, возможно, они будут вас обыскивать. Она обратилась к мужчине, молодому, внушающему доверие каталонцу по-английски, и спросила его: how many там stops надо проехать на этом bus, в общем, какой-то там город, чтобы выйти. Он там: о, я там, yes, yes, с удовольствием улыбнулся белозубой улыбкой и сказал, что нам на четвертый стоп надо выходить. Ну, они будут нас обыскивать, найдут паспорт и спросят: а вы же сказали, что вы потеряли паспорт, а вот паспорт. А этот офицер мне говорит: так а скажите, что... Ой, нашелся, смотрите, нашелся. Посчитали, четвертая остановка, выходим. И этот молодой человек нам помахал, что типа выходим. И девушка рядом выходит. Я беру коляску, дочка у меня спит, я ее на ручках несу, тут коляска, здесь дочка. Здесь, естественно, у меня все торчит, этот мой кошелек так называемый. Ну, мы сейчас дадим вам справку, что вы гражданин Российской Федерации, возвращаетесь обратно на родину. Я так: ну, ладно, хорошо, и нас с этой справкой пропустят. Он такой: да, да, конечно, пропустят. И вдруг я шестым чувством вижу, что летит ко мне девушка эта миловидная прямо в сумочку. Двое поляков говорили по-польски, а дело в том, что моя бабушка полька. Я услышала какие-то знакомые слова и отреагировала на них, не помню, кажется, на английском. Я сказала, что я тоже так считаю. Я, значит, колясочку раз, и хуяк ей за руку-то ее и схватил. Вдруг внезапно выяснилось, что поляки разговаривали про торговлю наркотиками. И, в общем, естественно, они очень сильно напряглись по поводу того, что какой-то совершенно случайный человек на какой-то совершенно случайной тусовке вдруг понял, о чем они говорят. Они вскочили и начали грозиться меня убить, кричали на меня своим польским матом. Два огромных мужика двухметровых
Я очень испугалась. Она ручку-то отдернула, а у меня крепкое же рукопожатие. Я держу, я привык с бабами обращаться, с любыми нормально, чтобы они себя чувствовали, когда я до них дотрагиваюсь. И, сука, ей не вырваться. Ну, в общем, через 15 минут они мне уже говорили, что ты, славянская сестра, никому не давай себя унижать, потому что ты такая крутая, круче славян не найдется. И вот этот переход от какой-то самой-самой ужасной ненависти и просто угрозы моему существованию, когда я понимала, что мне сейчас либо горло перережут, либо меня просто застрелят, либо еще со мной сделают что-нибудь ужасное-ужасное. И буквально через 15 минут мы братались, обнимались и целовались. Ну, в Мексике, слава богу, все было хорошо, потому что мы сидели только в отеле. Ну, а завизжала, короче говоря. Тут у меня дочка проснулась, я отвлекся, и она вырвалась и побежала. И глядь, смотрю, они с этим уже молодым человеком убегают. То есть воры, воры, кругом воры. То есть, ну что хорошего в странах надо? Одни воры. Итальянцы врут. Они врут во всем. Во всем. В южной части Турции, в городе Санли-Урфа, которая знаменита тем, что там проживают, наверное, одни из самых религиозных людей в этой стране. Со мной приключилась такая история, что я познакомилась с гидом. Вот мы когда ездили в Испанию с моей подружкой, она там познакомилась с испанцем. Познакомилась я с этим туристическим гидом, и он мне на радостях от знакомства со мной пригласил показать всякие разные прекрасные окрестности. Он так красиво ухаживал, он такой ей там букет цветов подарил, там 20 с лишним роз. И мы поехали в какой-то музей археологический, прекрасный совершенно. Единственное, что ей не понравилось, то, что он ходил в носках по песку. Она сказала, я за такого человека никогда не выйду замуж, который ходит в носках по песку. Ну, это действительно, это ужасно. Мы ходим по этому музею, совершенно пустому и нелюдимому, в котором никого нет. Каким-то образом она все-таки решила за него выйти замуж. Он ее как-то все-таки расположил. И она переехала в Испанию. И этот туристический гид начинает мне разъяснять разнообразные детали этого панно. Что-то, может быть, это был какой-то ковер. Я все это с большим вниманием слушаю. Он стоит у меня за спиной. Первое, что она мне сказала, что там еда. Она бегала по Испании, искала пельмени, нормальную русскую еду. Я изучаю разнообразные детали, мое искусствоведческое образование мне помогает это делать. В какой-то момент я поворачиваюсь назад и обнаруживаю, что он дрочит. Везде русских туристов очень гостеприимно, очень доброжелательно встречают. Ну, что я могу сказать? Если ей понравилось, если она рада осталась, если все хорошо, то почему нет? Потом выяснилось, что он на учете стоит в неврологическом диспансере, что у него с психикой непорядки, а она уже беременная. Собственно, это помешало восприятию искусства. Я была в Паттайе 9 дней, потом в Бангкоке 2 дня. Но оба города как бы очень интересны, уникальны по-своему. Начал ее ревновать, даже беременную, и всячески там мучить. Но мы с одной девочкой, с которой вот это познакомились в первый день приезда, пошли в бар. Есть не давал, в машине закрывал на солнце на несколько часов. Нам хотелось чего-то такого вот нового. Потому что вот эти вот прогулки вдоль моря, вот эти посиделки в баре, вот дискотеки, то есть это все как-то потом стало банальным, как-то приелось, захотелось каких-то вот острых ощущений. И там просто как бы вот охранник просто облапал полностью. И мы, главное, пошли в тот же бар, где были накануне. И ты понимаешь, что как бы тут, если ты будешь что-то там говорить, да, ему, то это может закончиться еще хуже. Видим, сидит вот такой представительный мужчина. Он все каких-то признаний хотел от нее, признавайся, изменяла ты мне или нет. Ну, это, как известно, бред ревности. Он пригласил нас в кафе, вот, где угостил очень вкусным супом. Где-то сразу после границы Польши-Беларусь
Моему мужу опять стало плохо, он опять стал блевать. Это национальный тайский суп очень, нам очень понравился. Там молоко, кокосовая стружка и длинная лапша такая. Причем реально длинная, 0,5 метра, наверное, каждая. Ночью на границе Польша-Беларусь его усаживают. Вот он повез нас к себе на виллу. Например, я там тоже, помню, спросила кошелек, ну там вот торгую, да, вот этими всякими вещами, вот, на что мне как бы араб сказал: окей, но если ты покажешь мне грудь. Но самый такой прикол, что мы ему понравились обе. Ну как бы... Угостил апельсинами, потом этим лимонами, этим виноградом. Ну я как бы так, в принципе, культурная девушка. И он как бы... Нет, он просто не сводил глаз с нас с обеих. В принципе, почему бы и нет? И потом вот повел уже в дом. Хотя у меня и подруга такая тоже, а что такого? Он так смотрел на нас, хотел нас обеих. Обманывают русских людей. Сливами нас угостил. А нам говорят в средствах массовой информации, по интернету, что там культура, что там все люди любят друг друга. Они там очень любят женщин. Там жить невозможно. И клубника у них есть. А у нас нормально все. И вода самая чистая. Возвращаться в Россию она не собиралась, потому что ей очень нравился там климат испанский, море. Стал меня целовать, лапать. Я как дала ему солнечное сплетение. Он весь скорчился. Да, видно, что прям, да, девушка хорошо воспитанная. Ну, швейцарец меня как-то спросил, чем можешь ты похвастаться? Вот у нас, например, самый лучший шоколад в мире, самый лучший сыр в мире, часы швейцарские. Ну и начал сидеть и воображать из себя. И вот она взяла бревно, мы все вместе подняли огромное бревно, и когда он приблизился к нам, вот, это Тамара, вот эта вот старшая, это сказала: «Так тронь ее, тебе иначе хана будет». Ну, может быть, мы не производим что-то такое, там, тряпки какие-то, шоколад, это мелочи. Но зато у нас самая лучшая вооруженная техника. И вот тогда вот он прессал. Он так прессал. Вот только тогда вот у него уже вид такой был испуганный, весь забитый. И, блин, ну если бы, конечно, мы его обрели этим бревном тяжеленным, то ему действительно была бы хана. Мы действительно держава. И кто тут поспорит? И когда это говоришь, а что, какой-то шоколад противовес? Ну, это же смешно. Вот русский человек, он действительно человек с необъятной богатой душой. Вот действительно искренний, очень вот положительный, позитивный во многом. И он не подведет.
супруга говорит, вот, чтобы тебе запомнилась эта поездка, хорошо, ты должен побывать в музее Сальвадора Дали. И я даже выделяю деньги, то есть на всю семью у нас денег нет на эту экскурсию, а вот тебе мы купили билет, и завтра ты утром уезжаешь в музей Сальвадора Дали. Такое событие бывает раз в жизни. Я столько лет мечтала побывать в Париже. Думаю, не одна я. И, наконец, моя мечта сбылась. Каждый раз, когда я приезжаю в Париж, я готова целоваться со зданиями, упасть на улицы, плакать от восторга, обниматься с Эйфелевой башней. И вот я прилетела в Париж на красивом самолете. Меня даже нисколько не смущает количество иммигрантов. А за рулем в основном арабы. Вот, я разучила фразу на английском, которая у меня указана была в документе, что нужно было спросить у таксиста. Вот, и спрашиваю, а мне в ответ какой-то вопрос, на который я, естественно, ответить не могу, потому что я не понимаю, что у меня спрашивают. Я в ужасе начинаю что-то говорить по-русски, в результате они на меня смотрят как на чокнутую и разворачиваются и уезжают. И так один, потом второй, потом третий, и в результате машин 8 вот так меня культурно послали. Я люблю свободу, как все русские люди любят быть свободными людьми. А тут ты сидишь в автобусе, ты привязан к экскурсии, то есть ты не можешь выйти там, где тебе хочется, не можешь выпить ничего, не можешь там посрать, поссать, то есть надо все вот следовать коллективу вот этому. У меня, естественно, отчаяние, я уже начинаю и молиться, и материться, и, Господи, прости, у меня уже... У меня, когда я уже сел в этот автобус, началось головокружение. Вот, ну, в общем, у меня началась истерика, я начала орать матом, так и сяк, всех туда и сюда, что за страна, неужели никто ничего не понимает по-русски. А я сразу себе внушил, а вдруг я сейчас упаду в обморок? Ну, естественно, когда человек об этом думает, из сосудов головного мозга отливает кровь, и у меня началось обморочное состояние. Ну, реально было страшно. Вот, ну, чужая страна, ты вообще ничего не понимаешь, что они говорят, тебя никто не понимает, тебе все вежливо улыбаются, но не могут понять, что ты там мелешь и что ты вообще хочешь. Ой, это такой был ужас. Я всю дорогу сидел, тер вот эти точки скоропомощные на кончиках фаланг пальцев, значит, вот эту точку массировал, там уши себе тер, которые вот при алкоголизме, там, когда человек в запое его выводит, там, пьяного, трут уши. В общем, все на меня смотрели странно, окружающие, что там он трет, а чтоб в обморок не упасть. Ну, фотографироваться этот языка знать не надо, даешь фотоаппарат, тебя щелкают. Люди вокруг веселятся, что-то снимают, да, разговаривают, радостные, то есть они едут там отдыхать. То есть для них это праздник, а для меня это преисподнее. Хорошо, еще тоже повезло с людьми, потому что могут, в принципе, можно же на всякого нарваться, фотоаппарат заберут, убегут. Господи, молил я, Господи, Господи, помоги доехать, только бы доехать, только бы не упасть в обморок, только бы не упасть в обморок. До аэропорта же нужно было доехать, как я себе покупала билет. Я, наверное, часа три ходила и не могла объяснить кассиру, что мне нужно. Я начала вспоминать, что one – это один, билет – это вроде бы ticket. Потому что я представляю, если я упаду в обморок, значит, там вызову скорую, страховка, там деньги опять платить, там куда-то отправить. Ну и стыдно же, я здоровый мужик русский. Пыталась разъяснить, в тот ли поезд метро я сажусь, потому что можно было уехать туда, а можно было уехать сюда, и ничего не понятно. Проклинал все на свете, эту Испанию, этого Сальвадора Дали, этот автобус, жену там всех вспомнил. Думаю, Господи, чтоб я еще раз куда-либо из России, матушки,
Да никогда в жизни я никуда не поеду. В общем, часа, наверное, полтора я пыталась все-таки отловить кого-то из русскоязычных, хотя бы понимающих, что я хочу спросить. Вот, и все-таки мне помогли, я села в тот поезд. Доехал я до Сальвадора Дали, до музея. Ну, там, естественно, очередь, там, естественно, сотни автобусов, опять стоять в этой очереди. В аэропорту, опять же, я помучилась, потому что нужно же было найти свой самолет. И все радостные стоят, потому что уже около музея мы прикасаемся к святыне. Ну, уже монета это святыня. Что? Ну что? Обещала Всевышнему, что я просто уже все, я уже буду такой хорошей девочкой, я исправлюсь. Ну, нам по пути рассказывали о его жизни, и я понял извращение, полное извращение. Ну, Сальвадор Дали. Не буду больше грешить, косячить ни в чем, если ты мне поможешь добраться до дома. Настолько мне было плохо. И, судя по тому, что я увидел, ну, это не искусство. То есть ничего такого сверхъестественного, чтобы произвело на меня впечатление. Я прилетела вот из Парижа в Москву, я услышала вот это русскоязычное население, вот эту родную речь русскую. Я была счастлива вообще до такого состояния, что я вообще забыла все обиды, я всем все простила. Вообще я поклялась сама себе и Богу, что я буду теперь другой, я исправлюсь. А люди там просто молились, как будто они были на Афоне, как будто они вот к плащанице Туринской прикоснуться. Вот каждый экспонат готовы были там вот потрогать, пощупать. То есть вот эта вот святость от Сальвадора Дали. Мы выходим из гостиницы, довольные, что хорошо отдохнули сутки. Садимся в автобус, а рядом с водителем сидит мужчина такой в ковбойской шляпе и двое маленьких детей. Мы там громко что-то по-русски говорим, и он оборачивается и говорит: ребята, я американец из Техаса, меня зовут Джек. Но я знаю русский язык, и поэтому, пожалуйста, не материтесь. Но мы, впрочем, и не матерились, мы говорим, да мы вообще никогда не материмся. Он говорит, ну так, на всякий случай, у меня дети тоже русский язык знают. Мы поехали, я его спрашиваю, а откуда знаешь русский язык? Он говорит, у меня жена русскоговорящая, я военный врач, и во время войны на Кавказе был в миротворческих силах. Там с женой познакомился, она служила в российской армии врачом. Я говорю, она русская? Нет, сказал Джек. Она не русская. И он назвал национальность, но я не буду ее называть, дабы никого не обидеть, потому что на самом деле у меня много друзей этой национальности, и я никогда не думал, что их кто-то так называет. Он сказал, она не русская, она черножопая. Я говорю сейчас про нормальных тайцев, а не про тех тайцев, которые пошли под эксплуатацию этим мерзким западным человеком, этими мерзкими, вонючими, потными мужиками, которым никто не дает на их родине. Например, туда очень любят приезжать вонючие, потные мужики из Америки. И я ему искренне сказал, Джек, и друзья тоже сказали, у нас так никто никогда не говорит, у нас никто никогда этих людей не называет черножопыми. И тут детишки оборачиваются и кричат хором, а детишки там где-то 4-5 лет, нет, нет, нам мама всегда так говорит, наша мама черножопая. У меня были романы с очень многими мужчинами разных стран. Я не помню, когда у меня был последний роман с русским мужчиной. Почему? Наверное, потому что я боюсь русских мыслей. Потому что у русских мужчин зачастую бывает достаточно суженное сознание. Да, сказал Джек. Моя жена черножопая, поэтому мы живем в Техасе. И она никогда не вернется в Россию. Жена нехороший человек. Она сказала, что после музея Сальвадора Дали я тебе еще один сюрприз приготовил. Ты поедешь на гору Монсеррат. А потом у нас было путешествие, значит, на гору Моисей. Я говорю, ёб твою мать! Там, на вершине в этой горы Моисей, человек обретает духовную гармонию, уверенность в себе и неиссякаемый источник внутренних сил. Еще помимо этого Сальвадора Дали, я, блядь, еще должен ехать на какую-то гору Монсеррат. Ёб твою мать! Там чистый воздух, вот просто климат изумительный.
И по пути нам рассказывают, что там черная Мадонна, она творит чудеса, что если вы хоть раз побываете на горе Монсеррат, она исполняет все желания. Мы шли довольно долго, мы где-то вот с ночи начался наш путь, где-то с часу, с двух ночи, и к 6 утра мы только вот пришли на место. Туристы русские, они же как преодолевают трудности? Они выпивают, и, собственно, все трудности остаются позади. А я-то лишён этого всего. То есть феназепама нету, нашатыря нету, алкоголя нету. Что делать? И один из горцев, он помогал мне подниматься на гору. А там очередь к этой Мадонне черной на 3,5 часа. А нам говорят, к автобусу надо вот в такое-то время обязательно прийти, иначе один. Сами будете добираться. А я не помню ни города, в который мне надо ехать. Я помню, что он был высокий, темноволосый, стройный. Глаза светились силой, энергией, кореглазой. И он так на меня смотрел, что... И вот я стою 3,5 часа. Вокруг там все радостные, в приподнятом эйфоричном настроении, потому что желание сейчас исполнится. И, в общем, ну такая извилистая очередь, я стою, жду, чтобы прикоснуться к черной Мадонне. Честно скажу, если бы не люди, если бы не ограниченность во времени, то, что вот я приехала с экскурсией, я бы осталась с ним, конечно, на некоторое время. На часы-то смотрю, о, уже скоро отправление автобуса, а я еще не прикоснулся. Когда с горы мы спускались, нес меня на руках. И тоже вот такой взгляд был жалобный, когда вот мы уже должны были уезжать, не уезжая с танцы. Опять нервничаю. То есть гипертоническая болезнь у меня в итоге, я думаю, после этой поездки точно уже из второй в третью стадию перешла. Значит, куча нервных клеток мозговых у меня нервных умерла, то есть гипоксия головного мозга, сердечные признаки уже сердечной недостаточности. Вообще, конечно, мы нравились многим там местным парням. Они тоже очень хорошо относятся к русским девушкам. Вот. Ну, и они очень страстные, горячие такие. Они горячие, но у них это все происходит очень быстро. Вот, поэтому я даже не знаю, стоит или нет. Нам дарили сувениры, разные магниты, украшения из бисера, браслеты серебряные, серьги, кольца. Бесплатно катали на банане. Да, я думаю, что все-таки она ожидает, наверное, другого от этого всего. Поэтому я, вот, наверное, арабских мужчин в этом плане не рекомендую. На первом месте когда-то среди самых прекрасных мужчин в моей жизни были испанцы. После этого или даже на одной ступени стояли итальянцы. Потом были немцы. После немцев были
азиаты, точнее, интеллигентные китайцы. И, как правило, у них, ну, с размерами, по-моему, не очень. Мы не мерили специально сантиметром, но так вот наглядно, зрительно. Вот. Многих женщин хотят иностранные мужчины, потому что есть стереотип, что русские бабы такие покорные и любят всем готовить борщ. Про меня это неправда. Я принципиально не умею готовить. Мой лучший друг — микроволновка. Все мои мужики всегда умели готовить, и не собираюсь я быть рабой восточного деспота. Пусть он идет, занимается анонизмом или чем он там хочет. Хотя кофейному женщине вообще, по-моему, не столько для секса нужна, у него в гарем, наверное. А ему, наверное, нужна какая-то домработница. Пусть он ее себе и выпишет нафиг. За деньги. Голландцы, испанцы и там разные европейцы. Они приглашают девушку в кафе, знакомятся с ней, а потом при выходе говорят: отдай мне половину за счет. Не, ну, конечно, у них там другое образование. Может быть, более там такое оккультуренное, европейское. Вот, русских девушек-то сразу так пугает. Да. Меня очень удивило в Париже фотограф. Он очень, он выглядел как маньяк. Прям реально, какой-то озабоченный, ему ничего. Такое, мне даже было страшно. Когда я прилетела, мне было страшно идти вместе с ним. А он такой очень молодец оказался. Снял номер, хорошо, гостинично, отдельно, все нормально. Не приставал. Еще куча мне сувениров купил за свой счет. По поводу французов. Это самые жадные мужчины. Все говорят, что евреи жадные. На самом деле, за мной ухаживали еврейские мужчины. Нет, евреи – это одни из самых щедрых. С ними можно как-то обо всем поговорить. Вот я говорила уже об искусстве. Француз подарит тебе букет цветов после 10 лет в браке. И то одну занюханную сломанную гвоздичку. You have beautiful photos. May I marry you? Я либо ничего не отвечаю, потому что you have ugly photos, это как-то не есть хорошо. Если кто не знает английского, я хотела сказать человеку, что он урод. В Норвегии очень много женятся на тайках. Но они неприхотливые, такой сексуальный объект. Некоторым больше ничего не надо. Вот. И в Норвегии, говорят, очень сильно пьют мужчины. Но поляки, они очень закомплексованные, то есть они к женщинам на улице боятся подойти. То есть у них либо вот ничего, либо все. То есть они либо либо не подходят, либо если подходят, то с такими очень некультурными предложениями. Иностранцы, они такие законопослушные, что вот иногда вот хочется, я не знаю, растормошить. Ну, какие-то вещи, ну можно же, ну позволь себе. Надо сказать, что делают русские за границей, они воруют. Этот дядечка спер, она не будет говорить, что он спер. В общем, я стащила нож из кафешки, потому что нож был фиолетовый, и он мне понравился. А думаю, мне жалко, ножа у них так много. Все равно в России как-то больше ощущение свободы. Вот это явно ощущаешь, когда туда приезжаешь. Я хотела что-то еще спереть, но мне не хватило мужества. В целом, в Европе, конечно, неплохо относятся к русским, но предпочитают все равно как бы отдыхать вот от них подальше. В общем, я все-таки до этой Мадонны дошел и попросил ее. Ну, о чем русский человек? Ну, желание, конечно, должно быть в тайне, но я озвучу, чтобы Россия была самой великой страной, я попросил. Ну, не о себе ж просить. Мы, люди русские, думаем только о судьбе родины. Хотя, когда мы едем куда-то с подругой, вот такое ощущение, как будто у нас просто тоже на лице написано «Russia», то есть все сразу начинают с нами по-русски говорить. Я попросил, чтобы она была самой могущественной державой в мире, самой великой. И чтобы все страны уважали Россию, и чтобы мы доминировали в экономическом и политическом плане на всем земном шаре, и чтобы наш рубль, он был круче доллара. У нас самые лучшие самолеты, самые лучшие танки, ракеты. Наши офицерики решили, провожали своих жен, которые уезжали на лето домой. Проводили, и в аэропорту Шенефельд в Берлине кабак, такой многоярусный. Они сели, там колокольчики, колокола. Дубиночка, как говорится, молоточек
которым можно стукнуть. Они заказали себе пиво, водки, выпили. Мало. Ну, говорит, давай стукнем в колокольчик. Ну, один стукнул. Немец подбежает. Ну, никого, кёльнера нету. А тут стукнул, подбежал сразу. Он говорит, ван бир, ван шнапс. Вот, окей, все, хорошо, гуд. И попал я в готический квартал. А готический квартал – это место бандитов и проституток. И у нас очень много людей хороших. И там никто не ходит из туристов поодиночке, потому что грабят, убивают. Опять бир, шнапс, немцы хлопают, накрывают. Тут пошел дождь. И карта намокла. И причем намокла именно, по иронии судьбы, в том месте, где этот готический квартал. Третий раз. Опять бир, шнапс, немцы хлопают еще громче. Уже смеркалось, и на меня смотрят эти бандиты. Russian турист, но русских-то видно издалека всегда. Они же видят русский, потому что, ну, лицо интеллигентное. Только так, такое бывает только у русских. Люблю читать для повышения интеллекта. Ну и плюс здесь серп и молот, ну, сами знаете, Путин. Давай еще. Опять ударили, опять бир, шнапс, немцы хором встали, похлопали. Расчет 1500 марок. Каждый удар колокольчика, угощение всего зала. И, в общем, я бегаю, а за мной, значит, все эти негры, там эти каталонцы, охоту ведут. Они бежали и угнали издалека. А я же чувствую, шестым чувством, что грабят, сейчас будут убивать. И я дальше бегу. Вот стадом прямо за ним бежало человек 200. А улицы маленькие, извилистые. Я вот так. После вечеринки в отеле, в который уже хотели просто звонить в полицию, потому что мы там, конечно, были очень шумными. Вот, мы решили прогуляться. А Эстония, казалось бы, страна практически бывшая наша, да, бывшая СССР. А сейчас-то враги. То есть я пошла типа в магазин, и со мной пошло как бы вот два моих друга. Вот, соответственно, они там были уже под чем-то, и в один прекрасный момент, то есть, решили пойти искать так называемый, типа, хэппи-массаж. Решили, ну, опять благодаря жене, поехать в Эстонию на машине. Короче говоря, у меня тогда Крайслер был, ну, русских людей. Тогда я еще не был таким патриотичным. У меня с каждым годом патриотизм, как у любого русского человека, он все больше и больше появляется. В один момент я отвлеклась, и второй мой знакомый просто падает в эту канаву. Естественно, у меня в машине она вся обвешана георгиевскими ленточками. И просто у меня шок, 12 часов вечера, никого нет, и он просто в этой канаве. А в Эстонии, значит, георгиевские ленточки, это вот как красная тряпка для быка. Но я-то об этом забыл. Я забыл, что они враги. Я понимаю, что мы далеко от отеля, магазина нет. Один мой знакомый хочет найти хэппи-массаж, другой мой знакомый в канаве. Пригласили собаку, и она начала обнюхивать Крайслер. Потом пришли какие-то пограничники. И тут я просто взяла, в общем, все в кулак. И, ну, в общем, как-то его там мы еле-еле вытянули. Если бы нет, он бы так, наверное, я думаю, до утра там и, в принципе, остался. Думаю, что они там унюхают-то? Ну, у меня мысли, в общем-то, нехорошие, потому что, ну, грехи-то у каждого есть. А вот куда бы я ни стала ездить, это, наверное, Пакистан. Там были мои знакомые, даже двое. Они говорят, там нечего делать. И думаю, а вдруг что-то найдет собака. Собака все-таки не человек. Ну, пограничники вообще странные люди. Все, с кем я сталкивалась, они какие-то очень заторможенные. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Документы, паспорт, пожалуйста. Я говорю, что случилось? Документы, пожалуйста. Есть документы? Он смотрел на документы, и как будто бы он читать не умел. Хуля, блять, он приебался.
Может быть, в эту профессию дураков только берут, я уже не знаю. Вы куда следуете? Мы говорим, Тарту, как Тарту-то проехать? Он говорит, Тарту, хороший город, значит, но сейчас у нас все тут перекопано, вы по нафигатору едете? Мы говорим, у нас нет нафигатора. А как вы без нафигатора, значит, едете? Ну, говорим, нафига нам нафигатор? Не нужен русский человек нафигатор. Так едем, как обычный русский человек. Вперед едем. Пел гимн про то, что партия Ленина. Вот, у меня вообще слезы на глазах. Я в каждой стране горжусь, что я из России, беру с собой кофту, где написано «Россия». Вот я в Таиланде не был, а у меня мечта там побывать. Там, говорят, бесплатный, практически по нашим деньгам, вот этот вот секс-услуги. Меня реально ненавидели. В Германии прям меня все смотрели, так как на это баба даже толкнула. Зачем столько часов туда лететь, если ты на халяву не можешь выебать тайку там? Ну пусть она переделана из мужика. Во время пусси-шоу в Таиланде. Например, там был мужчина, то ли он с Дагестана приехал, то ли с Северной Осетии. Ну это такая тайская, мне кажется, стандартная процедура. Когда мужчины использовали то место, которое дано им для облегчения, использовали его, стреляя оттуда дротиками, он немного возмутился. Когда мужчина увидел прекрасный процесс таинства соития на сцене мужчины и женщины, он немножко удивился. Потом, когда к мужчине, который находился сзади женщины, пристроился вдруг другой мужик и еще один мужик. Это встаешь в очередь, такой как бы паровозик получается. И потом у них получилась такая цепочка. Этот разъяренный мужчина то ли с Дагестана, то ли с Северной Осетии встал и попытался их разнять. Один мне рассказывал приятель, он сейчас пронюхал, что можно, что самые лучшие женщины это вот и красавицы, и все делают, все, что мужчина хочет. Ну, понятно, готовят, дают. Система все включена. Это, по-моему, вот камбоджийки. И он специально, значит, копит деньги на тур. И приезжает, и там на пристани на месяц берет вот эту камбоджийку себе в жены. Причем на наши деньги это получается, ну, 1030 он платит на наши деньги. А за эти 30 тысяч она месяц моет ему ноги, сосет ему хуй, дает в анал. Хотя это не было включено вот в систему, не было в системе все включено. Чешет спинку, там все что угодно делает. Действительно, вот видно, что люди любят свою работу, с душой к ней относятся. И после этого, конечно, в России тяжело жить. Также в других странах мне почему-то комфортнее идти по улице. То есть в России, когда я иду, я чувствую легкий дискомфорт. То есть какой-то стресс есть во мне. Надо Камбоджу эту к нам присоединить. Тогда было бы все нормально. Я летела в Мексику и в Германии, в Шарль-де-Голле. Меня не пустили, у меня была пересадка. Меня не пустили в Мексику. И вонючая немка за то, что я выпила маленькую бутылочку вина, вот это 0,33, сказала, что я пьяная. Не допустила меня налить.
Вот я хотела ее убить. Уже полицию вызвали даже. Россия настолько великая страна, что скоро все присоединятся страны к России. Я всегда горжусь, что я из России, что я русская девушка. Почему? Потому что, например, тайки, кто это? Тайки – это проститутки. Польки, ну, как правило, тоже. Ну, украинки тоже проститутки. Ну, зачастую. А русская женщина – это жена декабриста. Финны уроды, финки уродки. Потом дальше. Эстонки уродки, такие просто неухоженные, не умеют за собой следить. Одеваются, как мужики. Прически, как у мужиков. О, в Германии то же самое, к тому же. Такие они все, безалаберные, такие неопрятные, без маникюра, педикюра. Вот приезжаешь в Амстердам, встречаешься с каким-то случайным человеком в кафе или в баре, пьешь с ним пиво, выясняешь, что он не знает, кто такой Оливер Твист и кто такая Анна Каренина. Любой нормальный человек хочет жить в России, Запад. Он понимает, что Запад прогнил. Моя подруга из Калифорнии, прекрасная черная пантера, Стейси ее зовут, привет ей, конечно же. Ей нравятся русские мужчины. Почему? Потому что за границей их рисуют как Владимира Путина, а именно сурового, сильного мужчину, который сам знает, что тебе нужно. Секс в Европе – это механическое понятие. То есть там любви нет. Вот это вот бессмысленные фрикции за деньги. Причем даже между мужем и женой. А для нее все мужчины как Джеймс Бонд или как наш Путин. То есть сильные, красивые, суровые и бесконечно добрые, душевные. И вот наши проститутки, с ними можно по душам поговорить, уже приятно. Ну пусть мы там заплатим 1000-2, но душа-то русская у них. А там вот это механически. В итоге я выпила, пошла с подругой в туалет, и в очереди в туалете мы не смогли решить спор с китаянкой, чья очередь будет пойти в туалет. Про Германию я вообще молчу. То есть те порции, которые дают русскому человеку, мне вот одноклассник рассказывал, он там какую-то бабу подцепил, и она в него влюбилась. Так вот, даже влюбившись в моего одноклассника, она ему утром давала 2 тостика вот таких вот, и вот кофе, а больше у них и не положено. Она сказала мне что-то вроде как по-английски: «Свинья, это мое место, это моя очередь». Я ей сказала: «Нет, пардоньте, госпожа». Точнее, нет, пардоньте, сударыня. Он говорит: «Блядь, мне таких тостиков, говорит, надо побольше, 100, блядь, чтоб я наелся утром». Я была очень злая. И еще также это была моя 3-я поездка в Китай, мне не везло с моими соседками. Я была полна ненависти, агрессии также к женскому полу. И в ее лице я увидела все мировое зло. Всех этих китайцев, которые обманывали меня на кастингах, точнее не на кастингах, обманывали меня с деньгами, которые плевались на улице, которые воняли, рыгали, пердели, которые смотрели на меня искоса. Почему? Потому что моя кожа недостаточно белая для них. Я увидела в ней всю эту ненависть к этой нации. Я хожу везде с чувством собственного достоинства и показываю всем своим видом, и пример подаю иностранцам. Я схватила ее за волосы, провела по батарее, нанесла ей удар в живот, она стала махаться руками, ее рука попала мне около лица, и я укусила ее так же, как кусала вечером кусок этой замечательной говядины с кровью. Я приехал туда не в совсем нормальном, а в несколько измененном состоянии. Может быть, выпив некоторое количество вот алкогольных напитков. И в процессе общения с женой я вдруг понял ночью, что нужно взять еще, наверное, бутылку вина и отправился вот в путешествие по городу. Я также еще схватила ее черные волосы, которые были такие черные, такие плотные. Боже, как я им завидую. Почему у меня нет таких же волос, как у азиатов?
и с этой ненавистью и завистью я намотала их себе на кулак. Я стоял на этой улице и видел уходящую в перспективе куда-то в невообразимую даль линию фонарей. Я понял, что это совершенно невозможно, потому что это крошечный городок. Полицейский посадил меня в машину. Я сидела в центре, они сидели по бокам. Меня повезли в участок. Мне как-то стало не по себе, и вдруг откуда-то вот со стороны дома прямо навстречу мне выруливают три сущности. Я молилась, рассказывала о том, что это искушение свыше за то, что я выпила. Я ощущаю невообразимый страх от приближения этих неизвестных мне совершенно непонятных субъектов. Может быть, если я укусила эту девушку, то 12 часов ночи ее черные, как смоль, волосы станут белыми, глаза станут зелеными. И забегаю в подъезд, и вдруг я понимаю, вбежав на первый этаж, что двери в этом подъезде, они просто нарисованы на стене. И она начнет любить black metal, готику и классическую музыку. Я слышу преследование, вот какие-то шаги, от которых бетонная лестница, по которой бегает, вот содрогается просто. Жена опять была в Барселоне, говорит, приехали в четверг, я их встретил, ну невозможно, то есть погладить орангутанга 4,67 евро, орангутанга в зоопарке погладить 4,67 евро. Что мне оставалось? Ну, единственное, молитва и крестное знамение. Русский человек, патриот, он должен жить там, где он родился, потому что у нас все аутентично русской души. Тогда я просто побежал по этой улице, и, как я помню, по направлению к вокзалу. Россия не враг никому, то есть мы, наоборот, жизнерадостные люди, у нас бессмертный полк ходит постоянно. Я мечтала, что сейчас я пойду по Гонконгской улице, ко мне подойдет прекрасный мужчина лет 30-35 в черном костюме или, может быть, темно-синем костюме, с галстуком, в круглых маленьких очочках, с зализанными волосами с пробором вот тут, с маленькими усиками, с тоненькой бородочкой и на английском языке с легким китайским акцентом скажет: «Девушка, здравствуйте! Как у вас дела?» Русский человек – это иная субстанция, это существо вселенского масштаба. Вечером мы с ним встретимся, погуляем по набережной Гонконга, дойдем до ресторана или до кафе. Мы окунемся с ним в невероятную высокофилософскую беседу, в процессе которого выясним, что у нас много общего. Потом будут у нас долгие месяцы общения. Я буду его спрашивать, рассказать мне о том, где находится китайская мудрость. Он спросит меня, что значит любить по-русски. И, может быть, потом я ему покажу, что такое любить по-русски и в чем сила прекрасной русской женщины. Жить надо в России русскому человеку и никуда не путешествовать. Не надо учиться всему этому. И так уже засрали все мозги нам. Вот так вот, такой итог. И после этого получится прекрасная интернациональная семья. Может, у меня будет фамилия Лью, Ли или какая-то еще китайская фамилия. Будут красивые детки и прекрасная история любви. Я считаю, что и Бог хранит нашу страну. Бог, и над нашей страной покров Божьей Матери, и сколько церквей, да колокольный звон, а сегодня он слышал здесь колокольный звон. То есть разгоняются бесы постоянно колокольным звоном. Мы ходили, когда там магазины, в ресторане, и очень тяжело было с местными жителями общаться, потому что русского никто не знает. Мы пытались как-то по-английски говорить, но я, к сожалению, английский тоже не знаю, поэтому было очень тяжело.
Это был 12-й год. А в марте этого года я был, вот последний раз на Шри-Ланке был в марте, в тех же самых местах. И там уже все по-русски говорят.